Вот уж воистину неисповедимы пути Господни. Путь нашего героя в литературу был тернист. После школы поступил в медицинский институт, чтобы продолжить профессию матери, но в итоге стал токарем. Затем закончил художественное училище. Многие годы работал театральным художником. Оформил много спектаклей от кукольных до классических балетов. Но судьба привела его в церковь. Как реставратор и художник он расписывал церкви, создал много авторских икон. Как признается сам герой, однажды встретился на его пути архимандрит Иоанн Луговских, который буквально выталкивал его из профессии художника в писательскую стезю. У нас в гостях заместитель председателя правления, генеральный директор Союза писателей России, действительный член Академии российской словесности Василий Дворцов. В моей крови течет моя страна, ленца Днепра и бурный нрав Амура, седого Волхова негромкая волна с кубаньской мутью вешнего разгула. Во мне связались солнечным узлом, сплелись, свелись господними путями в единстве объяснимо непростом хохол, манжур, казак и северянин. Тесню плечами запад и восток, ушкуйный свист в усах на таракане, но горькой желчью выжигает бок чернь-томской изб в крапиве и бурьяне. Смирение и бунтарство, маята в моем сердцебиении, дыхание облаков предгрозных полнота, мои дерзания, котомка память семена хранит, что встанут виноградом и пшеницей, а под пятою сонный рыбакит, а в волосах гнездующие птицы, четыре края с памятью кровей. Такая щедрость многим и не снилась. Я переполнен Родиной моей. Она на мне, во мне перекрестилась. Действительно, вы очень богатый уже по рождению человек. Но теперь придется вам немножко раскрыть, откуда эти корни. Украинские, арачонские крови, есть северяне с русского севера, есть кубанские казаки где-то. Вот, тут фамилию, чью я ношу, Дворцов. Это его не настоящая фамилия, конечно, его мой прадед, меня Василием назвали, моему прадеду было 104 года. Он был участник, он не с той стороны воевал в гражданскую войну, то есть ему приходилось бежать, покупать документы. И по легенде, по семейной, что три казака, почему они даже не из одной станицы были, но у них была возможность в Петербурге, в Петрограде купить документы себе. И вот они так вдохновлены были Дворцовой площадью, величием ее, что решили взять фамилию Дворцовы и записались братьями. Вот с тех пор нашего так-то Марченко фамилия деда, прадеда. Величавая фамилия. Дворцовые и царевы, крестьяне государственные, которые не были крепостными, а государю платили оброк для содержания государственных семьи. Каждое утро поминаю в молитве, то есть вот я перечисляю своих родственников, ушедших в тот мир, у меня получается, что и белые, и красные. То есть дед, вот он был красный командир, то есть он проливал много, 3 тяжелых ранения было за всю Великую Отечественную войну. То есть это проливал кровь, казалось бы. Но так он, правда, и не стал почему-то членом ВКПБ, так и кандидатом проходил всю войну. Видимо, несколько раз у него были неприятности по службе. Но кто его знает, сейчас уже трудно говорить, они же не рассказывали о войне в свое время. Вот, они просто, я был, как сказать, первым внуком от первого сына. Я был очень любим дедом, я сейчас понимаю это. Отец был ракетчик, разворачивали тогда сеть в начале 60-х годов против Китая, ракетную сеть защитную. То есть это постоянно на точках по полгода, по году, то есть вот в каких-то местах. И меня, вот я начинал ходить и разговаривать у деда в Нерчинске, в Забайкалье. А вот я до сих пор этих кузнечиков помню огромных, то есть которых там не сожмешь рукой, потому что они сильные, они сильнее тебя. То есть этот жаворонок поющий, постоянно ветра зимние. Это вот первое воспоминание вообще о жизни. Я там начинал ходить и говорить.
И дед, веселясь, значит, начал разговаривать со мной на кубанском суржике, то есть вот на мове такой полуукраинской, полурусской. И когда меня мама, так сказать, у них появилась возможность приехать в город Томск, и я уже стал жителем городским, меня в детском саду плохо понимали, потому что я говорил на украинской мове. То есть получилось вот так вот. Хотя выучил меня дед ее в Забайкалье. Вот интересный такой момент. А как он там оказался? Ну, он служить начал. В 30-м году был призван в пограничные войска, участник боев под Хасаном. Потом закончил школу командиров. Вот оттуда пошел на фронт. У него уже было трое детей, то есть перед войной родилось. Вот, пошел на фронт, провоевал всю Великую Отечественную войну. Три тяжелых ранения, говорю, два ордена Красных Знамени, два Красной Звезды, это медали, это говорит, что личное мужество, то есть очень, так сказать, ну, действительно, закончил опять на Дальнем Востоке, и там было расформирование, ну, уже все было, квартира, уже все было, и бабушка, рачонка, то есть все уже было, дети уже, все росло, конечно, семья. То есть он нам был примером всегда во всем, вот всем нам, всему, всей семье, потому что это был удивительный человек, очень внутренней силой большой. Он внешне был не богатырь, но, как сказать, но это внешне. А внутренне, вот эта вот красота отношений, вот их пятеро детей, их расформировали часть, и он не пошел служить куда-то там в милицию или еще куда-то, он просто ушел на пенсию, вот не дослужил буквально полгода до полковника. На полковник уже получал выходные данные хорошие, то есть квартиру и так далее. Завел корову, свиней, овец, гусей и просто выкормил и поднял, и всем дал образование, всем пятерым детям. То есть вот это вот умение и воевать, и трудиться, это был нам пример. Это пример, вот, говорю, был настоящего мужчины. А родители кто? Ну, отец, он военный, то есть у нас все военные, кроме меня, то не попал в армию, хотя в 17 лет просился, в 17 с половиной мне даже дали разрешение в военкомате, то есть разрешение матери, но медкомиссия забраковала меня, то есть, вот, и не дали возможности мне пойти, как всем, то есть в подпогоны. Но вот так вот получилось, мама медик. Пришлось по ее стопам идти, раз не получилось по отцовским, значит, пришлось по материнским. Я поступил, приехал в Новосибирск. Я очень рано пошел в школу. Мы жили в такие, ну, как сказать, не то чтобы военный уголок был Томска, но были в основном офицерские семьи вокруг, вот четыре дома стояло. И все вдруг пошли к 1 сентября в школу. А я так думаю, ну как же я-то пойду? Мне говорят, маленький, ты еще, тебе еще год или два там до школы ты потерпишь, успеешь, мне же 5 лет. А мне уже не хочется, я уже умею. Меня спасла вот это вот то, что меня взяли в школу рано, меня спасло это математическая школа. Я, оказывается, в 5 лет умел умножать, я не умел делить, но умел умножать двузначные цифры. Как-то в голове очень легко, мне говорили, там, 12 умножить на 26. Я тут же давал ответ. А как я потерял это умение, то есть я не знаю, почему так. Единственное, что меня переучили в школе, били по затылку и заставляли писать правой рукой. Вот до сих пор у меня конфликт внутренний с этим делом есть. Сейчас, говорят, не переучивают. Ну, пошли мы в школу, значит, знакомиться, и меня подговорила мамина подруга. И представляете, вот стоит учительница, у нее шишечка на голове, у нее железные круглые очки, орден Красного Трудового Знамени, она заслуженный учитель РСФСР, и она меня спрашивает: «Вася, вот ты такой маленький, как же ты будешь учиться?» А я так вытягиваюсь и говорю: «Я буду хорошо учиться, как Ленин». Она заплакала, меня взяла 44-м учеником в класс. Мы мелкие сидели по 3 штуки за партами. Вот. Ничего правдоподобного, я не стал учиться хорошо, как Ленин. Учился, ну, нормально учился, хорошист был, но никогда не отличником не был. Всех принимали в пионеры, меня не принимали, всех в комсомольцы принимали. Меня не принимали в комсомольцы. Я приехал в город, уже поступил в институт, мне получил только паспорт. Потом медицинский институт, да? Ну, не получилось у меня из меня медика. Я жил в Ленинском районе, это был очень хулиганский район города Новосибирска. Мы участвовали постоянно, мы дрались. То есть вот. И была большая драка очередная, то есть она такая обычная была. Но с той стороны были 2 сына прокурора, им здорово досталось. И нас стали садить. Нас стали просто садить, просто всех, даже студентов. И нужно было смыться, я там пошел в токари, я токарь 2-го разряда, моя первая профессия токарь. Вот, потом художественное училище закончил, работал художником театральным, тоже первая профессия театральная, я механик кукол, я научился, вот там есть такие педальки внутри головы, там их жмешь, и глазки открываются, ротик открывается, вот это накивает, это вот все, что называется механикой кукол, это вот я изучал и делал, и потом даже преподавал в училище театральном механику, то есть это вот
У меня больше 50 спектаклей поставлено, там и классические балеты, и драматические театры. Последние 10 или там, больше спектаклей вот я в оперете поставил, то есть это вот музыкальный театр, потому что были хорошие учителя. Вот всегда по жизни вот мне как бы везло в том, что были хорошие мастера своего дела. Вот я с ними как-то вот к ним прилеплялся и вовремя, ну, вот как бы брал все, что из них можно. То есть моя вот покойная Марина Соколова, то есть, научила меня музыкальности, то есть сопровождение света, светом музыки. То есть я хороший вот, театральный музыкальный художник, я вот это могу сказать точно, потому что то есть я знаю, как дышит, как движется, как развивается партитура света. То есть для меня я ее сразу закладываю в оформление спектакля, в жизнь спектакля. С Натальей Семеновной Посельской работали, сказали, да? Да. Ну, я очень много поставил, я сделал концертных этих номеров, то есть именно оформил, то есть у меня практически и Киевское училище, и Новосибирское, и Якутское училище хореографическое. Они танцевали, дети, в моих костюмах иногда периодически. То есть там, и там, и там, и там. Я был очень уверен, что все хорошо, что у меня все отлично. Параллельно же я работал в церкви. Я не смог работать постоянно в театре, я очень горячий. А когда работает 30-300 человек вот над спектаклем, да, то есть обязательно есть какой-нибудь негодяй, который все стопорит, ломает, подводит всех, и я очень горячий. То есть когда я в одном месте чуть не убил режиссера в одном театре, в другом за постановочной частью, то есть я понял, что мне нельзя работать в театре, то есть с моей горячностью лучше. Чтобы так спокойненько сделать один спектакль, отдохнуть от всего за кулисье, то есть еще раз сделать. Но у меня есть роман на эту тему «Каиного колена», то есть я где свел счеты с театром, где я рассказал все, что я знаю о театре, то есть и об актерстве, возможностях, так сказать, и как внутренней замкнутой системе театра, жизни театра. И в церкви работали? Ну, так получилось, да, что я расписал два храма в Сибири. Вот один сгорел, к сожалению, то есть, ну, или к счастью, то есть, потому что перед этим мне опять же повезло, то есть, ну, тут в духовном плане повезло. Я встретил человека, который, Царство Небесное, архимандрит Иоанн Луговских, это человек, который начал строить, мы с ним познакомились, это в Новосибирской области Черепановский храм, я у него первый раз писал, потом его сослали за нежелание сотрудничать с органами на север Томской области, ну, глухое место совершенно, то есть он с радостью там сказал, начал там строить монастырь, поставил монастырь, сейчас второй монастырь, потом начинал стройка у него, вот я второй это вот расписывал там в Томской области, рядом практически с тем местом, где я вырос, то есть в 40 километрах, это рядышком соседнее село, то есть это все просто удивительно. И он меня стал вдруг выталкивать из профессии художника, где я все хорошо знал, все понимал, все у меня было отлично. То есть он снял леса, не дал мне дописать до конца, он избегал со мной отношений, было очень сложно, было непонятно. Потом, когда сгорел храм, стало понятно, что я, наверное, может быть, даже и не выдержал. Я болел очень долго, я очень болел. И тогда сел, я несколько лет не мог кисточку взять в руки, и я сел, тогда написал свой первый роман «Азбуки Веда». И он хорошо пошел. Вот была страшная история, интересная история же. Это с начала интернета. Вот представьте себе, значит, я написал роман, довольно счастливый, такой огромный, лежит у меня кипа бумаги на столе. Заходит мой товарищ. Это были, ну, такие годы, когда люди очень быстро богатели, быстро беднели. Деньги, ну, не жадные люди, жадные, то есть это, бог с ним, они мне не товарищи, так сказать, никогда не были. А были у меня товарищи, которые богатели вот буквально в несколько дней, потом разорялись, потом снова богатели. Он заходит ко мне, что, говорит, я говорю, такой счастливый, он, что такое? Я говорю, вот написал роман. Он говорит, что надо? Говорит, ну, книгу надо издавать. Он говорит, сколько она стоит? Я поднимаю телефон, звоню. Я говорю, Людмила Федоровна, так вот такой-то объем примерно. Она говорит, ну вот такая-то сумма будет. Я говорю, вот такая-то сумма. Он открывает портфель, кладет деньги на стол, говорит, давай, чтобы роман был. Я счастливый, ей перезваниваю редактору, значит, она приходит. А в те времена компьютеры были очень малообъемные, если помните. Если были такие вот дискетки крохотные и так далее. Она приходит, вынув из своего компьютера жесткий диск, скачивает роман, полностью его формирует в книгу, отдает в издательство, все хорошо, все замечательно. Значит, я в это время по ночам только что появился интернет. Я там со скрипом выхожу, никакого Касперского не было, ничего. То есть, и я ловлю вирус
страшенный, который просто покорябал мой диск и уничтожил все, что у меня было внутри компьютера. Значит. Он дальше, я к ней звоню утром, значит, в горе, говорю: Людмила Федоровна, у меня роман пропал, а можно вы мне отдадите мой назад? Она говорит: ну, Василий, я же, говорит, работаю со следующим уже как бы романом, я поэтому ваш уже, я отнесла в типографию, в издательство, то есть, и все как бы закончилось с ним уже, и сейчас уже у меня в другой работе. Ну, я сейчас позвоню, узнаю, может, у них там сохранят. Через час мне звонит убитым голосом, говорит: ночью был налет рейдеровский. Типографию разгромили, говорит, все выкинули в снег. Твой роман набранный уже в пленке был, весь в снегу, в грязи. То есть, в общем, все, больше его не существует. У меня, значит, единственная пачка валялась в багажнике Нивы, где единственный бумажный вариант. Я иду к гаражу. И уже издалю вижу, что его кто-то открыл. Я еще подхожу к нему, смотрю, конечно, машины нету, только колеса мне оставили, украли машину, значит, все в одну ночь. То есть, и все, последний мой роман, то есть вот последняя, так сказать, рукопись его, она исчезла, то есть ее угнали вместе с машиной. Ага. Тут я сел, думаю, ну мало того, что тут храм 5 лет расписывал, сгорел, вот тут писал 2 года роман, то есть он в конце, ну чуть меньше все равно, значит, и вдруг он пропал полностью, и вспомнил, что у меня друзья были, их детьми немцы угнали в Германию, их освободили американцы, они оказались в Латинской Америке, прожили в Аргентине всю жизнь. Вот. Я с ними переписывался, с Беликовыми, я им посылал по кусочкам этот роман. Я им пишу, мне восстановили компьютер, значит, другой, ну, заменили все. Значит, я им пишу туда, говорю: вот, дорогие мои Беликовы, я вам посылал роман, может, что-то осталось все-таки, хоть можно восстановить как-то. Они говорят: мы старенькие люди уже, мы не читаем с экрана, но мы посылали своему другу в Америку, может, у него есть. У него есть, оказывается, он мне прислал назад. Я вот его собрал весь, как бы распечатал в 8 экземплярах огромных, разослал по разным журналам, еще не знал, что такое литературная жизнь, какие отношения там между главными редакторами и так далее, то есть какие течения существуют внутренние. И вдруг мне звонок из Москвы, из журнала «Москва», то есть вот мы решили печатать, сокращая там раза в 2. Я со слезами сокращаю, журнальный вариант делаю потом, значит, они там еще сокращают, публикуют его и награждают как лучшая проза года. И я понял. Я сел сразу за второй роман, потому что я понял, в чем дело. И мы через некоторое время помирились со своим духовником, то есть он меня впустил опять как бы в свою жизнь, потому что я ушел из живописи, ушел из художественного мира, я ушел в литературный мир, это уже закрепился там, то есть у меня уже там, когда уже был третий роман, написал уже и несколько повестей и так далее. Ага. Значит, что за знак был? Как да вот думаете? Что, ну что ж, кстати, ну не надо радоваться раньше времени, то есть это, то есть не надо загонять события. Вот у меня лежала повесть, написанная о кавказских событиях, то есть она была, когда написана, я по привычке, меня в журнале «Москва» всегда печатали, даже в январском номере всегда написали, что в этом году нам Дворцов даст вот такую-то повесть, он так стихи там даст или еще что-то. Вот. А тут, значит, они дали, что повесть он нам даст, я ее прислаю. Дело в том, что в это время журнал просто обанкротился, и помог ему Сурков, у которого мама, то есть чеченка или папа, то есть не помню, там, кто у него там, кто-то чечен, то есть. И они сказали: мы не можем эту тему поднять. Я с ней раз-два с этой повестью метался, ну нигде она нигде не проходит. То есть, ну я же не меняю ни слова. То есть я приезжаю в Новосибирск, у меня товарищ, директор издательства, я говорю: слушай, ты, говорю, вот мне 50 лет скоро, или 45 тогда было, не помню. А я говорю: 45, наверное, да. Я говорю: ты всех уже издал, вот у меня как маленький такой типа юбилейчик, а ты бы меня бы издал. Он говорит: а что ты хочешь? Я говорю: хоть маленькую книжку давай с тебя. Он: какую? Я говорю: вот рассказики. Он посмотрел, говорит: о, говорит, я, говорит, большому заказу приложу, говорит, никто не заметит, даже заказчик не заметит, крупный там не заметит. Давай. Прошло месяца два, я приезжаю на Сибирь, смотрю, как наша книжка. А он забыл. Он забыл про меня. Ему стыдно стало, он говорит, и он так выкрутился, говорит: а что я, говорит, я тебе маленькую такую буду издавать? Давайте нормальную издам, полноценную книжку. Я говорю: вот повесть есть у меня такая, мы ее издали. Он ее хотел продать, а ее не берут в магазин, она очень острая. Проходит 10 лет. Она вышла, вернее, в серии 100 лучших произведений о российской армии.
То есть она специально для военных библиотек, она издана. То есть получилось, что я не менял ни слова, пришло время, и она оказалась востребована. Пишешь по высшему заказу, по заказу свыше пишешь. И приходит время, и твои произведения просто востребованы. Сейчас вот с молодыми работаю, я человек-то верующий, мне проще, я с ними объясняю им, что вот ты пишешь, ты только пишешь, уже Бог читает. А когда ты напишешь, первым прочитает дьявол, а потом только люди прочитают. Ага. То есть вот ты сразу пишешь и думаешь, кому ты пишешь, то есть кто первый прочитает. Первый прочитает Бог, второй прочитает дьявол, а потом только люди начнут читать. И вот сразу не игнорируй первых двух читателей. Ага. Вы сейчас очень хорошо сказали о том, что молодые перестали писать на своем родном языке из-за того, чтобы быть прочитанным в большом пространстве, да? Вот такое мнение я впервые от вас слышу. Нет, наоборот, думаю, у нас, по-моему. Это у вас. У вас удивительно. То есть вы и Дагестан, как сказать, не пример всем остальным. Вы совершенно исключение из правил. Везде наоборот. То есть ощущение, что такая вот литература, она как будто она нужна, ее достаточно много написано. Да прочитать бы то, что написано, уже нового ничего не надо. Они не понимают. Я говорю еще раз. Вот мы сидели здесь с министром, вот в соседнем кабинете, с министром культуры Бурятии. То есть мы разговаривали на Северном Урале, с угорскими народами, там вообще просто ребята уже просто не пишут, они не знают своего, они просто его не хотят знать, потому что, напишешь, тебя прочитают только родственники. Все, больше никто. То есть, и разговор о том был, как раз разговор был о том, что переводы – это как раз способ спасения языков, потому что специалисты утверждают, лингвисты, что в ближайшие 50 лет в лучшем случае 60% языков исчезнет, в худшем случае 80% языков исчезнет. А то, что останется, они будут просто искорежены. Вот я просто болею за свой родной русский язык. Я понимаю, что он стал немелодичен. Он уже почти 40 лет, он практически немелодичен. Он начинает, он просто информационен. То есть мы теряем вкус собственного языка. А это же, без этого же невозможно. Творчество без вот этих вкусовых ощущений на языке, от собственных звуков. Правильно говорить. Очень верно, да. И поэтому, конечно, спасение, то есть это в переводе, потому что действительно вот у нас была советская школа, то есть это советских переводчиков. Но в принципе, я вот смотрел движение России на восток. То есть первым делом шли, активная христианизация, то есть которую обвиняют иногда русских, она началась с Петра I. То есть до того обязательно в приказном порядке всех надо христианизировать, то есть все. А до этого просто пришли первые люди, они изучали же языки, создавали азбуки. То есть спаслось много языков, потому что создавались азбуки. Это же было движение, и это было потом советской властью подхвачено, развито дальше. То есть, потому что бережное, для меня, опять же, для верующего, что удивительно, когда было разрушение Вавилонской башни, то есть языки смешались, и люди друг друга понимали, это же Господь защищал от самих себя. Ведь когда придет Антихрист, будет действительно один язык. Один язык для всех. Ведь противление концу света – это сохранение языков. Это религиозная задача, она не только не этическая, что как здорово, как замечательно, какие мы хорошие, мы добрые, мы сохраняем свои языки. Да нет, это мы отодвигаем конец света просто-напросто. Мы сопротивляемся злу мировому. Вы сейчас занимаетесь молодыми писателями. Да, я действительно председатель жюри самых крупных трех союза писателей и одного не союза писателей конкурсов в России, конкурсы для молодых начинающих. Угу. Обязательно вводим раздел «Это переводческая деятельность», потому что я недавно совершенно для себя новый опыт, я колумбийского поэта переводил. То есть, казалось бы, совершенно незнакомая культура, непонятная совершенно жизнь, боли те же самые. Я понимаю человека, о чем он болеет, о чем у него душа болит. Объединило, мне позволило войти в его мир и показать его русским читателям. Впервые, наверное, в первый раз колумбийский поэт будет переведен. В поэзии душа обнажена, да? Там менталитет народа. Вы ощутили это? Художник, писатель питается разломами, болезненными разломами окружающего. Мне довелось видеть и
так сказать, и Абхазию, и Чечню, и Южную Осетию, и вот ездили мы, ездим, то есть вот молодых, кстати, возили очень хорошо, да, на поклонение краснодонцам. Олег Кошевой для нас это как бы понятное имя, для них это неизвестное имя было практически. Самое болезненное, самое тяжелое – это смотреть в женские глаза. То есть вот эти вот материнские глаза во всех этих горячих точках, мужики, ладно, они все-таки действительно могут за себя постоять или не могут постоять, но это нормально. То есть это, ну, это ненормально, но это как бы ближе к их природе, то есть быть защитниками. А вот женщины, то есть вот у них там ребенку может быть и 3 года, и 30 лет, и 50 лет ее сыну, но она все равно мать, и она вот она переживает. Вот это вот страшно, просто стыдно. Они же заглядывают в глаза, смотрят тебе, и ты все время прячешь глаза, потому что, ну это невозможно. Это очень больно, то есть что ты их не можешь защитить. И вот это вот я поймал у Виктора, то есть я поймал этот момент. Ага. Интересно. Ну, допустим, я японскую поэзию, не понимаю. Владимир Соловьев, да, допустим, он переводил Кулаковского, а у нас в поэтической речи очень много вот таких вот повторов, но повторы, они вот разные. И он это очень хорошо переводил и воскликнул, что это гениально. Кулаковский для меня, вот я так немножко знаком с его творчеством, и то я сразу понял, что, вот, конечно, это шаманское вот это начало в нем очень сильно мистическое, глубокое. Он видел мир прозрачным, вот этот материальный мир для него был прозрачным. Там был и мир невидимый внешними глазами, вот внешними ушами неслышимый, он действительно для него был реальностью. И он именно в православии это воспринял как мистическое учение, то есть очень сильное. То есть именно вот этот удивительный момент, что свою отцовскую мистичность, восприятие мира, она ему позволила легко войти в... А японцев надо убеждать, они же головой живут, не душой. Они, в принципе, им американцы проще. Им американцы проще в понимании, чем мы, потому что они действительно просто живут одной головой. То есть у них нет эмоций практически в нашем понимании. То есть мало очень, очень мало. То есть. Мы затронули тему национального своеобразия, поэзии, допустим, да. И я вот помню, когда обсуждали хунские повести, говорили, что тут очень много повторов у Николая Алексеевича в его прозе. Есть же эта форма, эта форма, магическая форма, когда действительно повторяется, она немножечко не так повторяется, с изменением, с развитием, повторяешь и повторяешь. Это форма заговаривания, когда ты просто запутываешь, связываешь, захватываешь сознание читателя вот это вот этими кругами, магическими кругами, а не повторяющимися. А это естественный ход такой, он очень древний, то есть если он взял это, он взял же это от родителей, от своих пращуров взял, он же не сам придумал это движение, то есть вот это вот круговое движение, то есть постоянно вводящее в транс. Достоевский, он же тоже, он именно многие вещи понимаешь у него, только войдя в трансовое состояние. Это один из таких приемов, да. Вот мы так. Я знаю, что вы очень, восхищаетесь прозой Николая Алексеевича. И вас связывает, вот как мы в начале этого разговора говорили, что вот это вот имперское сознание. Вы немножко раскрыли, в чем для вас ценен Кулаковский язык? Советское время, я потом с задним числом стал анализировать, у меня очень много друзей-геологов, хотя с ними что дружить, весной и осенью, то есть мы с ними видимся, а больше никогда не увидимся. У них мышление другое, оно большое, длинное мышление, то есть они геологическими периодами не суетятся. Они не обманывают, ничего. То есть вот это вот эпическое сознание, оно дается не всем. Вот сколько композиторов, которые считаются композиторами, они пишут песни, они пишут треки к фильмам и так далее. То есть музыкальные заставки, спектакли даже оформляют музыкально. Но на самом деле симфонию создать... Это особое сознание. Вот больше 10 симфонистов не живет на Земле одновременно. Вот те, которые умеют писать симфонию. А то же самое про романистов. Я могу сказать, что роман пишется по тем же законам, что и симфония. Вообще музыка – это допотопный язык. Ведь сейчас только киты разговаривают, деревья разговаривают на том языке. А раньше говорили все, и люди тоже говорили, допотопные люди, они говорили музыкой.
они говорили музыкой. Если мы теряем мелодику, вот я говорю, атака, мы касались этой темы чуть раньше, что идет атака уже в последнее время, когда диско внедрялось в 80-е годы, вот, пошло упрощение мира, мир стал терять мелодии, он перестал быть мелодичным, он стал ритмичным. А это просто дальше следующий этап уничтожения языка. Это очень простой, потому что ты не чувствуешь вкуса, говорю, радости своего языка. И вот эта вот эпичное мышление, то есть она вот для меня, в Николае Лугину я сразу увидел родного человека. И вот его мышление, его видение мира, оно меня подкупило сразу. То есть вот это видение огромное, я не знаю, то есть, ну, это их пространство. Горожане, они почти как горцы. Так мы говорим горцы, они же не живут в горах, они живут в ущельях, то есть между горами. То есть это очень суженное небо. И вот в городе тоже оно суженное, оно обрезанное домами справа, слева. Вот это вот ощущение, оно создает остроту сегодняшнего дня. Вот человек, конечно, городской человек, он хорошо чувствует вот это время, сиюсекундное время, то есть сиюсекундное состояние, но он не может масштабно видеть. Я вот в Томской области у нас, вот я привык, что небо больше, чем земли. Вот всегда, вот как бы никуда не посмотрел, везде небо больше, чем земли. Это нормально, это для меня нормально. Я понимаю, что вот в этом небе, в котором больше, чем земли, в нем и время такое же, то есть оно гигантское время, то есть оно постепенно. Не надо суетиться, не надо ломаться, потому что вот это вот видение времен, народов, вот этих вот история, которая не сегодня, она начинается, может быть, сегодня, но она будет продолжаться века. И вот это вот обида, не обида, это доброе дело или злое дело, оно постепенно вот наматывается, разворачивается, и в конце концов может обернуться трагедией или наоборот спасением для какого-то целого мира. Вот это есть в произведениях Лугинова. Очень хорошо сказали. А что такое вообще имперское сознание? У нас есть с Николаем друг Брандой. Он, значит, духовный лидер алтайского народа. Он признан, так сказать, по ЮНЕСКО везде. Раньше он ходил, он просто всех доставал своим национализмом. Вот я его помню, лет еще 15 назад, он все говорил, что все люди произошли от алтайцев. То есть они там самые древние. И вдруг он мне сказал: национализм – это же прошлое, будущее народов – это империя. И я его просто расцеловал. То есть он, вот это понимание, что мы живем все вместе, и мы должны, я не знаю, можно притереться, можно добрососедство, там, взаимоуважение, но все неправда. Мы должны любить друг друга. Мы должны понимать, что вот каждому дана своя земля, свое своеобразие. И чем более пышный вот этот букет из множества цветов и растений собран, тем мы богаче все вместе. В других вещах есть конкуренция, есть выдавливание друг друга. Но в культуре-то этого нет. В культуре мы только взаимообогащаемся. Мы меняемся словами, меняемся понятиями, смыслами. Мы меняемся красотой, пониманием красоты, умением ее взять в руки, рассмотреть, передать другому. То есть это вот как раз нас, чем нас больше, тем мы богаче. И империя, вот эта семья народов, где удивительные, я говорю, отношения, вот эти, прежде всего, любви, культурное взаимное проникновение, оно удивительно. И я не знаю, я не представляю, как это можно, я ненавижу вот просто. Я просто ненавижу просто эту тупость, вот эту вот националистическую. Она славянская, она кавказская, она какая угодно, то есть она какая угодно, тюркская, то есть она может быть. Но вы что делаете? Вы сами себя калечите, вы калечите своих детей. Вы нельзя жить. Я вот со старообрядцами общался, вот как-то удивительно. Они, конечно, растворились, стали сектой, все меньше и меньше секты. Они живут злобой. Вот нас 200 лет назад обидели. И вот эта вот жизнь, вот это то, что 200 лет назад обидели, да мы заплатили кровью за дружбу, то есть за взаимоотношения. Было время, было, жертва принесена. Но зачем нам нужна еще раз жертва? Зачем нам нужна кровь новая? Но мы уже прошли этот этап, все. Все, мы прижились, мы вошли, мы вместе, мы не раздельны. Это уже кусочки, уже тело отрезается, это когда уходит какой-то народ, если его уводят от нас. Но это же болезненно, то есть это просто, это удивительно, как бы вот этот вот момент непонимания, что мы вместе не простоим, не продержимся против антихриста. Вот сейчас вот глобализм, сейчас мы понимаем, что вот оно уже циферное государство. То есть всегда жили мы буквой.
То есть вот у нас главное это была буква, а сейчас она стала цифра. Это вот кабала такая, всемирная кабала началась. То есть когда все цифрой обозначается. Ну и что? А где мы? А мы-то там нет нас. Нас, людей, нет. Человека нет. А что же может быть прекраснее, вообще удивительнее, чем сам человек? Наша задача, чтобы, прочитав вот там 5000 книг, ребенок, прежде чем станет взрослым, да, он должен сформироваться человеком. Ведь задача наша, главная, создать человека. Пусть он будет жить при капитализме, при коммунизме, при феодализме, это без разницы. Он всегда человек. Это самое важное. Все остальное прикладывается, все остальное второстепенно, третьестепенно, потому что это, ну, мы видели уже два мира, по крайней мере, так сказать, коммунистический и капиталистический. Мы понимаем, что человек важнее всего, человеческие отношения, взаимоотношения важнее всего. И литература — это как раз то, что постоянно напоминает человеку о том, что он человек. И очень много говорят личности о той эпохе, сталинской эпохе, о том, как было создано такое общество уникальное, где люди разных-разных национальностей, разных конфессий, они понимали друг друга, ценили это общество, любили родину. Вы хорошо вспомнили это время. Ведь я возьму вот сибиряков, которые погибли под Москвой. Ведь половину сибиряков в то время, вот, к 40-м годам, составляли сосланные. Сосланные, то есть обиженные люди, обиженные, казалось бы, государством, с одной стороны. С другой стороны, не их дома жгли, не их детей угоняли в рабство, не их там матерей и сестер насиловали и издевались над ними. То есть, казалось бы, почему нужно было пойти вот с чувством большой родины? Вот удивительно, у сибиряков есть чувство большой родины. Я всегда горжусь тем, что я сибиряк, потому что, говорю еще раз, ни у кого нет такого чувства большой родины, как у нас. Потому что пойти умереть за свою большую родину, то есть отдать своей жизни. Жертва родине — это высшая форма, это вообще все, что может человек сделать, это понести жертву, в себя жертву, чему? Великому делу. А родина — одна из таких вот великих дел. То есть. Детской книги вы сейчас упомянули, да? Вот переиздавать вот этого Толстого нужно. Я своим детям вот... Интеллигентный человек прочитывает в жизни от 7 до 15 тысяч книг. Ну, не наискосок, а вот именно вдумчиво, серьезно вчитывается. Из них 70-80% должна составлять классика. Ведь она воспитывает вкус. Вот мы сейчас мало говорим о том, что действительно, что есть вкус, а что есть безвкусица. А ведь это действительно это защита от многих грязи, от многого ненужного. Человек, который, ну, просто понимает, что это гадко. И он просто это некрасиво, это вот не добро, и надо обойти это стороной, просто не прикасаясь к этому. И это его спасает от многих ненужностей, от глупостей, от ошибок. И поэтому, конечно же, вот говорю, 70% вот из этих вот, ну, усредним все до 10 тысяч, 7 тысяч книг, это должна быть классика. О чем мы еще не говорили? Что вас волнует? Трамплина, чтобы взлететь и личную жизнь, так сказать, вот личное творчество большое, окрыленно, так сказать, воспринять все, что, все свои возможности, их дают учителя. И вот это вот непочтение к учителям, оно искусственно делалось в 90-е годы, и оно сейчас проросло уже, наверное, в 30-летних уже ребятах, в 40-летних. То есть вот это все подростковое желание доказать себя на зло родителям. Конечно, когда нет общественного понятия добра и зла, который поддерживает, мы понимаем, что это нехорошо, а это хорошо, то не оставить нехорошо, а работать — это замечательно. То есть это же нам давалось вот с младенчества. Все это было так, это мы могли ориентироваться в мире. А сейчас каждый вот зло практически в одиночку. Спасибо.